Здорово в очередной раз, ребят. Ну что, сегодня у нас скорее выпуск для тех людей, которые часто бывают где-нибудь за городом, в лесу, в походе, в конце концов. И, ну, как раз, когда нужно то самое электричество, вот где его достать, это мы сегодня и узнаем. Сегодня мне пришла посылочка, и сейчас мы ее рассмотрим, что это и к чему. Давайте. Итак, ребят, посылочка у нас следующего характера. Здесь твердая упаковка, плотная, поэтому мы вот таким вот жестким способом это делаем. Здесь она, смотрите, вот такая вот обычная коробка. Ну, там, естественно, никто нам ничего не положил. И здесь мы видим, не видим. Вот так вот это выглядит, ребят, изначально. Вот таким образом это все у нас и выглядит. Что это такое? Ну, вы уже почитали в названии. Значит, смотрите, здесь у нас есть несколько, вот довольно длинный. Короче, сколько он здесь? Ну, 4, 5, ну, наверное, метр. 1 метр вот эта штука в USB вставляется. И на выходе мы имеем, значит, смотрите, Type-C, обычный Type-C для айфона зарядник, зарядочка для айфона и, соответственно, для андроида. Дальше у нас в коробке вот так вот это все выглядит, вот так вот приходит. Здесь достаем, здесь еще два маленьких, как эти штуки, вспомню, скажу, больше здесь ничего нет. Это у нас карабинчики, естественно. И, в общем, сейчас мы будем с вами пробовать вот такой вот моток кабеля. И смотрим, вот здесь специальный ремешочек, прям как я люблю. И здесь тоже. Здесь мы видим кармашек какой-то. Давайте, в общем, будем расстегивать. А как его расстегивать? ХЗ. Сейчас разберусь, скажу, ребят. В общем, принцип какой? Когда мы удерживаем вот таким вот образом, просто нажимаем на кнопочку здесь, ну не кнопочка, а пластиковая штучка, и все у нас расходится. Здесь мы имеем карман, в который можно что-нибудь кинуть. Ну, я пока не знаю что. И эта штука, в принципе, вот с этой стороны только для кармана. Больше здесь ничего нет. С этой же стороны мы тоже нажимаем и открываем. И здесь у нас, собственно говоря, уже раскрывается наша солнечная панель. Вот так вот оно выглядит. Я думаю, что оно работает. Здесь у меня мой личный софтбокс. И будем пробовать по запаху. Запах чувствуется китайский, но, слава богу, нам его нюхать не надо. Мы просто-напросто попробуем сейчас подключить телефончик, ребят. Давайте будем пробовать. Итак, вот сюда, в этот штекер мы подключаем, вернее, в этот паз, вот здесь вот есть паз, вот он. Мы подключаем USB, на другой стороне USB, оп, включили. И теперь мы берем iPhone, вот у нас iPhone, и в iPhone мы вставляем вот эту штуку. Оп. Ну, конечно же, сейчас ничего не будет. Теперь давайте попробуем посмотреть, будет ли что-нибудь, если мы развернем. И вот так вот к солнцу побольше. Лампочка, кстати, горит. Но лампочка, не знаю, от чего она горит. Так, пробуем, ждем. Еще раз отключаем. Лампочка все равно горит. Вот вы видите, лампочка горит. Но у меня же телефон включен, да? Да. Еще раз мы включаем. И ничего не происходит. И ничего не происходит, ребят. Не знаю, может поближе к солнцу. Ребята, пошла зарядка.
Только что было, сейчас нету. Это я все еще держу достаточно сильно. И почему-то зарядки нет, ребят. Может, кабель какой-то не очень. Ну, зарядки нет, ребят. Смотрите, вот здесь что будет дальше. На этом ролик пока заканчиваем.